Добрый день, друзья мои! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Спицы, крючок и фантазия». Сегодня мы с вами будем вязать вот такой боди. Боди для малыша, значит, вот это 3-6 месяцев, вот это 6-12 месяцев. Нужно сказать, что если вы возьмете нитки чуть тоньше и спицы номер 3, значит, вы можете связать боди на размер 0,3 месяца, то есть по одним и тем же меркам. Используя разную пряжу по толщине и разные по толщине спицы, вы можете связать боди трех разных размеров. Значит, смотрите, как устроено боди. Трусики, грудка, лямочки. Сзади боди представлена только трусиками, которые, значит, здесь на резиночке и лямочки. Вот. Оба боди абсолютно одинаковые. Если вам понравилось, приступим. Что нам понадобится для вязания нашего боди? Конечно, пряжа. У меня это Alize Lana Gold Classic. Значит, здесь 51% акрила, 49% шерсти. 100 граммов, 240 метров. Цвет номер 522. Конечно, спицы. У меня это спицы номер 3,5. Диаметр лески у меня здесь, по-моему, 40 сантиметров. Ну, можно 60 или 80. Это, в принципе, это не так важно. Ножницы, нужный маркер. Сантиметровая лента. 11 пуговиц. Счетчик рядов. Ну и, конечно, желание связать такую красивую вещь для малыша. Итак, на спице номер 3,5. Я обычным способом набрала 22 петли. И сейчас я провяжу 2 ряда лицевыми петлями, то есть у меня идет платочная вязка. Первую петлю я тоже провязываю, а вообще я буду первую петлю, значит, снимать, а последнюю провязывать лицевой, для того чтобы у меня получился вот узелковый край вот такой, видите. Вяжем второй ряд. Значит, я первую петлю снимаю вот таким образом. Вот. Как я говорила, мне нужен узелковый край. Вот. И вяжу второй ряд лицевыми петлями. Весь боди мы вяжем платочной вязкой. Значит, последнюю кромочную мы провязываем тоже лицевой. Вот таким образом. Два ряда связали. Вяжем третий ряд. Нам нужно сделать петли для наших пуговиц. Значит, одна петля, две петли лицевые. Затем делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевых с наклоном вправо, накид, 2 лицевых и кромочная, которую тоже вяжем лицевой. Так, мы провязали 3 ряда, и у нас мы, значит, вывязали здесь накиды. При провязывании это будет отверстие для пуговиц. Так, вяжем четвертый ряд. Первую кромочную снимаем. Все петли ряда вяжем лицевыми, в том числе и кромочную петлю в конце ряда.
кромочно вяжем лицевой. Так, значит, следующий ряд у нас будет пятый, и мы тоже его провяжем платочной вязкой самостоятельно, и после этого встретимся. Сейчас мы будем делать прибавки, вот эти вот, да, и, значит, вяжем шестой ряд таким образом: кромочную снимаем, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Я уже отметила, значит, выделила по 6 петель по бокам с помощью маркера. Здесь мы будем делать воздушную петлю, затем вяжем до следующего маркера просто лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 петель. Затем опять делаем воздушную петлю вот таким образом и провязываем лицевыми петли после маркера. Кромочную тоже провязываем лицевой. Следующий ряд мы вяжем просто лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно. Значит, я решила все-таки показать, как мы будем вязать седьмой ряд. Кромочную снимаем. До маркера петли вяжем просто лицевыми. Затем у нас идет маркер и воздушная петля. Мы ее тоже провязываем лицевой вот таким образом за переднюю стеночку. И вяжем вот таким образом до следующей петли, которую мы сделали вот воздушную. Вот она. Вяжем ее лицевой за переднюю стенку и провязываем петли после маркера. Последняя кромочная провязываем лицевой. Вот что у нас получается. Следующий ряд у нас идет восьмой. И мы опять будем делать прибавку. Значит, всего мы сделаем 16 прибавок в 16 рядах. Значит, в лицевом ряду. Вот обратите внимание, что у меня лицевой ряд начинается, вот когда короткая ниточка у меня слева. Значит, в лицевом ряду мы будем делать прибавки после маркеров, а здесь до маркера с обеих сторон 16 раз всего. Да? То есть один раз мы сделали, еще 15 раз. А в изнаночных рядах мы провязываем все это лицевыми петлями. Вот. Значит, у нас на спице должно быть 54 петли после того, как мы сделаем все прибавки. Вот здесь я покажу. Вот. Вот эти прибавки. Вот они. Вот, вот здесь должно на спицах быть 54 петли. Вяжем самостоятельно. Итак, я сделала по 16 прибавок с каждой стороны. Сейчас у меня на спицах 54 петли. И я в четном ряду. У меня вот короткая ниточка слева. Значит, сейчас мы будем делать вот такие вот петельки для пуговиц. Тоже идет тело, тело боди нашего. Значит, вяжем 3 лицевые. Вернее, одну петлю снимаем. 2 лицевые, затем делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее вяжем лицевыми петлями. Сейчас нам уже маркеры пока не понадобятся, можно их снять. Вяжем лицевыми петлями до следующего маркера. Эта пряжа более толстая, чем вот сиреневую, на сиреневой боди. И поэтому немножко больше получится.
по размеру боди. Я приближаюсь к своему маркеру второму. Так, я его тоже снимаю. Значит, не доходя 3 петель, вернее, не доходя 5 петель до конца, то есть я одну вот провязываю. Дальше я делаю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Да, далее я делаю накид и провязываю 3 лицевых петли. Вот. Переворачиваю. Сейчас у нас идет, ну, у нас будет это считаться лицевой, изнаночный ряд, да. Первую снимаю, накид я провязываю лицевой, и вообще все петли в этом ряду я провязываю лицевыми до конца. Итак, мы сделали по одному отверстию уже для тела боди. Видите? Вот. Значит, мы провязали один ряд, и сейчас у нас опять ниточка слева короткая. Значит, нам надо провязать 24 ряда всего платочной вязкой. Мы провязали один, значит, нам еще надо 23 ряда. И затем мы будем делать по второму отверстию для пуговиц по бокам боди. Провязали 24 ряда. Смотрите, как мы считаем ряды здесь, вот в платочной вязке. Вот у нас отверстие для пуговиц, значит, вот эти бороздки, они означают изнаночные ряды. Вот, значит, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бороздочек, это значит 24 ряда. Сейчас мы будем вывязывать вот такой вот ряд, опять с боковыми пуговичками, вернее, с петельками для пуговиц. Первую петлю снимаем, 2 петли провязываем лицевой, затем делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем до последних 5 петель. Так, 2, 4, 5. Значит, еще 4 петли вяжем. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 3 лицевых. Так, вяжем еще 24 ряда до следующих петель. Вот они следующие. Видите, вот. Раз, два, три. Вот сейчас мы для второго вязали, потом будем для третьей. Вяжем 24 ряда платочной вязкой самостоятельно. Провязали мы 24 ряда. Опять мы считаем по изнаночным бороздкам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вывязываем ряд с петлями. Одну снимаем, 2 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями.
конце ряда мы тоже сделаем петлю. Довязываем до того момента, пока на спицах останется 5 петель. Два, четыре, пять. Так, теперь мы делаем следующую петлю. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевых. Так, мы закончили ряд. Провязываем еще 3 ряда. Один получится изнаночный, потом лицевой и потом изнаночный. Провяжем самостоятельно и встретимся после этого.